Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. Спасибо вам за то, что ходите и смотрите наши выпуски каждое утро. Спасибо вам за ваши просмотры. Из предыдущих роликов вы должны помнить о том, что завершил свою карьеру известный певец и музыкант Дмитрий Маликов. Он выступает сейчас только на частных мероприятиях. В последнее время его нигде не было видно, но буквально несколько минут назад нам сообщили печальную новость. Оказывается, на данный момент, дорогие наши зрители, Дмитрий Маликов проходит лечение в одной из психиатрических клиник города Москвы. Это частная клиника закрытого типа. Действительно ли это все правда, либо это фейки интернета, мы пока утверждать не можем. Сейчас мы проводим собственное расследование и уже завтра рано утром расскажем вам всю правду. Подписывайтесь на наш канал, чтобы каждое утро не пропускать наши свежие выпуски.